Народ, доброе утро. У нас, наверное, где-то сейчас 10:30. Ну, для меня доброе утро. Хочу вам показать, какая у нас красота. Вчера весь вечер валил снег, и наконец-то у нас погода как положено. И смотрите, деревья какие красивые, как в сказке, все увешанные снегом. Но при этом тепло. И как видите, асфальт уже весь растаял. И с крыш сползает. Но радует, что снег. И правда, туман какой-то в небе. Вот там вдалеке вообще ничего не видно. Но погода меня радует. Конечно, мне кажется, что к вечеру это все растает, судя по температуре на улице. Но зато пока красиво. Друзья, смотрите, какая у нас погода. Как в фильме по роману Стивена Кинга прям. Если догадались, что за фильм, пишите в комментариях. Видимость вообще 50%, наверное, а то и меньше. И он все надвигается и надвигается. Привет, друзья! Новый день. И как всегда, одни и те же кадры. Видите что-нибудь? У нас вообще просто капец какой-то на улице. Надо идти туда, а там страшно. Как в кино. Не знаю, что дальше будет, что завтра будет. Вообще ничего не видно. Друзья, привет! У нас сегодня замечательная погода. Сегодня у нас пятница и светит солнышко. Но это ненадолго, я думаю. Я вам просто показываю стену, потому что светит солнце, и оно освещает. Кусок стены так не видно, что солнечная погода. Вот, но мне кажется, это ненадолго, потому что из центра идут тучи. Я понадеялась уже в солнечную погоду снимать видео, но думаю, что не выйдет. Кстати, пошел снег. Он, не знаю, будет ли видно. Он такой еще редкий. И походу, когда солнце уже повернет на другую сторону, где мне нужно будет снимать видео в другой комнате, там уже не будет так солнечно, как здесь. Вот. Ну, в общем, посмотрим. Привет, друзья! Не успела я вам снять, какая у нас была красота. Буквально вчера все было облеплено снегом, все было белое, как в сказке. Шли огромные, снег шел огромными лопухами. И вот что мы видим. Трава зеленая в конце декабря. Я, блин, не в Канаде живу. В России, где снег должен быть. Кошмар вообще. Ладно. Так, между делом. Лилии вот так все выглядят. Цвели только 3. Еще у 3 были бутоны, но они отвалились. Не знаю, в общем. Надеюсь, что луковицы выживут. И одна вот такая непонятная. Что с ней? Одну я уже отрезала, она засохла. Вот, и жду, когда остальные тоже засохнут, чтобы отрезать до вот такого состояния палочки. Вот. Тут у меня готовлю мастер-класс. Точнее, даже 2 мастер-класса. Вот. Такой спойлер. Кто узнал, скоро появится DIY-чик на эту тему. Я думаю, что DIY выйдет гораздо раньше, чем этот влог,
Я так думаю. Но, в общем, ладно, как получится. Вот. И еще хотела показать. Собираю тут такую посылку сюрприз. И вот хотела вам показать коробку. Коробку делала сама. То есть это обычная коробка из-под обуви. И я ее покрасила, где-то приклеила салфетку. Сбоку она выглядит вот так вот. С такими елочками. Вот. Итак, к слову, как оформить подарок. У меня просто не было возможности какую-то упаковочную бумагу купить. Денег особо нету. Вот, поэтому вот так вот. Пока буду, наверное, прощаться, чуть попозже еще к вам присоединюсь. Есть одна идейка. Вот, друзья, все-таки заказала я себе диск внешний на 1 терабайт. Эту фирму мне посоветовал друг. Сказал, что хорошая. Вот. И еще до кучи купила я себе фитнес-браслет. Сейчас буду разбираться, как с ним обращаться. И потом расскажу вам, если интересно, в каком-нибудь из влогов. Или если хотите, может быть, обзор сделать. Ну, как разберусь, конечно же. Потому что это новые технологии. Надо разбираться. Вот так вот с покупочками меня.